Палки в руки и вперед. 4-5 километров в день, невзирая на погоду. Жители юнгинского сельского поселения Маргаушского района увлеклись скандинавской ходьбой. Девочки, быстрей! Раисе Сафоновой 75 лет. В прошлом она лыжница. Еще в молодости занималась велоспортом, плаванием, ходьбой. После выхода на пенсию спорт не только не забросила, но и убедила своих подруг-пенсионерок, что сидение дома перед телевизором – занятие скучное и вредное. В город поехала, посмотрела, видела, как старушки ходят палками. Ну и решила тоже, пусть наши бабоньки тоже палками шевелятся. На лыжах они не очень ходят. Каждый день 5 часов вечера собираемся. Километров 2-3 проходим. Мария Столярова сразу же примкнула к ходокам. Несмотря на свой почтенный возраст, 82 года, не пропускает ни одной тренировки. А ее стройной фигуре и великолепной растяжке может позавидовать любой. Я достижение, без ходьбы не могу жить вообще. Ходьбы на праздник я не ходила, в городе была. Сразу плохо себя стал чувствовать. Приехала домой и стала опять ходить. Километр 3-4-5. Себя чувствую бодрее намного. Специалисты отмечают, что скандинавская ходьба действительно заменяет многие виды фитнеса. Эффективно, нетравматично, приятно. Словом, то, что доктор прописал. Во время прогулок с палками работают почти все группы мышц. За час тратится до 400 калорий. Это помогает для оздоровления организма. Движение не обязательно быстро, но в среднем темпе руки поднимаются. Весь организм работает. Сердечно-мышечная система, легкие. Это путь к оздоровлению. Скандинавская ходьба кажется делом простым, но чтобы извлечь из занятий максимум пользы, нужно освоить технику. Пенсионерки самостоятельно изучили видеоуроки в интернете, советовались с учителем физкультуры. В ближайшее время планируют заменить свои лыжные палки на специальные для нордической ходьбы. Мечтают, чтобы к ним присоединились жители не только родного села, но и близлежащих деревень, чтобы у местных врачей было поменьше работы, а у жителей крепкое здоровье. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика.